впервые сегодня на прогулке в городском парке, потому что осень-то наступила, и у нас тут Ирина уже успела поболеть, чтобы выздоровели, привели себя в порядок, потому что первая болезнь Эрин, и мы такие просто выбились. У нее было 3 дня, температура очень высокая, под 40. Ой, солнышко вышло. И после этого разиола, да, вот это вот, которая после температуры, красные пятнышки такие. И она все это время, всю эту неделю ужасно капризная была, просто невозможно. Плакала все время. Так что все уже стало на свои места. И мы наконец-то можем выбраться и погулять на улице, насладиться осенними пейзажами в городском парке. Здесь можно устроить пикник. Нет людей, потому что сегодня понедельник. Можно воспользоваться еще зонтиками. Конечно, впечатляет. Везде чисто, убрано, ухожено. Парк достаточно большой. Мы сейчас здесь находимся. И действительно, для того, чтобы все обойти, понадобится, наверное, больше часа. Короче, это наш местный центральный парк для детей. Сколько тут всего. Я знаю, что точно на выходных устраиваются какие-то фестивали, выступления. Это нужно уже заходить на сайт или смотреть просто где-то, подписаться на них, я думаю, в Фейсбуке. И смотреть, какие они здесь устраивают. Когда-то даже Busan Global Gathering здесь проходил. Разве бывают такие огромные? Не знаю. Блин. Мало того, что они огромные, они еще и разноцветные. Эрин, привет! Привет! Ты видишь, что там рыбки, зайка? Смотри, там рыбки. Эрин зачарованная. Зай, ты видела, там рыбки плавают? Как видите, есть вот такой вот автомат, который продает рыбий корм. За 500 вон. Короче, смотрим, что тут нам насыпали на 500 вон. Да. Мы решили прийти в место, где нет рыбок и нет людей. Да, не приплывает. Не приплывает, да? Плывите к нам, рыбки. Мы сейчас покормим. Которая все сожрет. Йо, мани пурёпа. Ай, хан гешинг марго. Короче, видите, у нас развлечение, кормим одну рыбу. Рыбки, плывите к нам. Я хунчо мани могкетненде. Мани пурёпа, мани пурёпа. Смотрите, кто прилетел. Капец.
Эйрин, смотри, какая птица. Уф. Вот это единение с природой, вот это я понимаю. Чтобы вы понимали, насколько я сейчас с ней близко. О-о-о-о. Лети, птичка, лети! Что ты там ищешь, Эйрин? Что там такое ты нашла? Интересно, что можно взять в парке на прокат коляски. А, это вот такая вот комната для кормления. Диванчик, микроволновка. Здесь, кстати, возле парка есть трейдерс, и мы, наверное, сейчас туда поедем. Мы уже в трейдерсе. Как вы видите, он очень большой. Не хочу снимать людей, поэтому вот, вот так вот. Все равно лица попадают. В Корее не очень приветствуется. Я тут сфоткал себя на ноут 9. Он, получается, нажимает здесь на смарт-ручку эту, и селка, ну, допустим, вы где-то установили телефон, и потом можно сфоткаться, нажав на... Блин, ну такой он классный вообще. Тяжелый, конечно. Что там? Сейчас мама расскажет про хлебушек. Тут у них очень много своей выпечки. Помимо обычного тостерного хлеба есть еще маффины. Сейчас акция 12 штук за 8 долларов. Круассаны. Ну и как вы видите, все в таких больших упаковках. Тортики. Тирамису, чизкейк. Чизкейк 14 долларов, 13 с чем-то. И вот такие еще круассаны с кремом. Мы обычно берем такое вот маринованное мясо. Здесь, ой, что-то я его начала переворачивать. Здесь 2 килограмма. И стоит оно 19 тысяч. Видите? Очень много здесь мяса всякого. И просто упакованного, и маринованного. Ну как вкусно. И дорого. Здесь же сырая рыба. Вон ее мужчинчик разделывает. Говядина всякая американская. И причем цены, ну, реально дешевле, чем в магазинах. Именно на мясо, на рыбу. Мне еще нравится, что можно все увидеть, насколько у них там чисто, как они одеты, когда разделывают мясо. Это немаловажный фактор, да, Эрин? Пойдем посмотрим на лосось. Стейки. Потом кальмары. Сейчас еще посмотрим цены на креветки, так ради интереса. Вау! Столько всего. И лосось. Мидии. Смотрите, 3 килограмма мидий. 8 тысяч. И лосось. Ну, вообще, это же просто... Любовь. Знаете, как я его мариную? Ложка сахара, ложка соли. И холодильник в сутки, на сутки. И все готово. Конечно же, множество сыров, которые найдешь в корейском супермаркете, но не по такой привлекательной цене. Допустим, смотрите. Моцарелла. 900 грамм. Ой, а что это вообще такая за цена за моцареллу? Это она стоит 7 тысяч? А чем тогда она отличается? Так, от
это, наверное, что-то не то. Это оливки, да. А моцарелла стоит 12 тысяч. Хотим с родителями поехать в парк пожарить мясо, поэтому купили целых 2 килограмма говядины, лосось, маффины и мороженое. Я выпросила Минги мороженое. Еще мы сейчас в отделе со всякими печеньками. Нам особо ничего не надо, поэтому мы просто проезжаем мимо, не соблазняемся ни на что, потому что здесь можно оставить очень много денег. А, кстати, я в прошлый раз брала вот эти вот крекеры. И они вкусные, с цельнозерновой муки. И здесь целый килограмм, и стоит не так дорого. Видите, какие здесь упаковки. Только посмотрите. А еще вот такие вот. Ну ты же никакая девочка не устоит перед такой шоколадкой. Так, ну зря мы сюда заехали, это точно. Потому что сейчас я ужасная сладкоежка и соблазнюсь на какую-то шоколадку. Еще здесь продают детские всякие печеньки. Но вы знаете, цены дешевле заказать в интернете. Да, ты будешь кушать. У меня еще с самолета турецкого осталась пюрешка, которую Рин тогда не скушала. Сейчас мама дает. Ты проголодалась, да. Я брала сегодня на пикник, но так как был ужасный сильный ветер, мы сбежали в магазин. Так что сейчас немного Ирин подкрепится и поедем домой, да? Вот умничка.